Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Номер 8. Урок 5. А. Придумай 5 дробей равных единице. Вспомним правило. Дробь равна единице в том случае, если ее числитель равен знаменателю. Например, 2 вторых, 3 третьих, 4 четвертых, 5 пятых, 6 шестых. Все эти дроби равны единице. Б. Придумай 3 правильные и 3 неправильные дроби. Правильными дробями мы называем дроби, у которых числитель меньше знаменателя. Например, 1 вторая, 2 третьих, 4 пятых. Данные дроби можно считать правильными дробями, так как их числитель меньше знаменателя. Данные дроби меньше единицы. А теперь придумаем 3 неправильные дроби. Неправильной дробью мы называем такую дробь, у которой числитель больше знаменателя или равен ему. 3 вторых, 4 третьих, 6 пятых – это примеры неправильных дробей. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.